Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас будет обзор набор вот с этими... Кто здесь? С птичками. Набор с птицами выпущен в программе LEGO Ideas. Набор номер 9. 580 деталей в нем. 580 деталей в нем. А потом мы будем себе LEGO обои. Потом мы давай... Давайте коробку откроем и посмотрим. Давай откроем эту. Да, давайте. Давай откроем эту коробку, и посмотрим. Да, сейчас мы откроем, посмотрим, но сначала глянем на коробку. На лицевой стороне изображены, кто здесь, птички? Да. Птички, малиновка, голубая сойка и... Ой, кто же это, колибри? На обратной стороне нарисовано, где вот каждая птичка обитает. Вот здесь карта мира, нарисовано, что малиновка живет в Европе, голубая сойка в Северной Америке и колибри, соответственно, в Южной Америке. И размеры этих птичек. Коробочка оформлена как чемоданчик с застежечками. Как вот такая походная сумочка. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что же внутри. Правильно. Набор заклеен скотчем. Чтобы его разрезать, нужно либо ножницы, либо ножик взять. Это не котик. Может, здесь скотчем заклеен. Давай, открывай. Подожди. И пластинка. Оформление коробки черное, как, по-моему, у всех LEGO Ideas. И такие вот листочки зелененькие. В общем, очень красивая коробка. Чемоданчик. Коробка-чемоданчик, да. В коробке сколько инструкций? 3 инструкции на каждую из птичек. И кроме этого... Раз, два... Да, и 3 пакетика Лего с детальками. Судя по цвету, можно догадаться, что первые пакеты для малиновки, второй пакет для голубой сойки и третий пакет для колибри. Ну что, давай инструкции посмотрим, что есть интересного. В инструкциях какой-то дядька усатый. Видишь дядька усатого с птичкой на руке? Информация о птичке, всякие там факты ее биографии. Опять дядька усатый с птичкой. Так, на разных языках, понятно. На нескольких языках описания, на русском нету. Дальше родители детали, и дальше собирается сама птичка. В конце список деталек, причем для этой птички. И дальше какая-то небольшая информация. Тоже на нескольких языках. Вот все птички нарисованы. Видишь, голубая сойка, малиновка и колибри зелененькая. Также повторяется картинка с конца коробки. И твой любимый цветочек, да. И также набор охотники за привидениями и экзокостюм. Другие инструкции тоже самое. Информация о птичках. Опять дядька с усами. Ну, в общем, все то же самое. Также список деталей именно для второй птички. Но это интересно. Получается 3 разных наборчика. Все, давай собирай. Сейчас мы это соберем и вернемся к вам уже с обзором.
Вот мы собрали набор. Миша поезжай, вот я бой. Сколько здесь птичек? Всего три. Да, три птички. Это малиновка, она же Робин, голубая сойка и кто здесь? Чика. И колибри, маленькая птичка. Давайте начнем с малиновки. Малиновка. Такая красивая птичка. Она так летает, которая наносит пеленькими, питает. Да, ее можно снять с подставки. Да. Вот, посмотреть на нее со всех сторон. Здорово, очень собрано, необычно, много интересных решений. То есть, вот, получается, пупырышки со всех сторон у нее. Хвостик у нее, лишь можно его приподнять чуть-чуть. Сделано очень интересно. Малиновка, она же Робин. Да, это друг Бэтмена, Робин. Вот так вот он выглядит. Робин – это вот такое название по-английски, вот этой птички. На каждой птичке здесь есть название по латыни. Читать это не буду, потому что не знаю, как это все читается. Так, это вот так вот надо сделать. Теперь посмотрим следующую птичку. Какая следующая будет? Моя. Твоя, как называется? Голубая сойка называется. Да, голубая сойка. Питается орехами, всякими желудями. В общем, что найдет, то и съест. Тоже очень интересно сделано. Сделано совершенно по-другому, чем малиновка. Ее снять также можно. Но она жестко закреплена на веточке. Крылышки немножко двигаются у нее, да? Чуть-чуть. Ну, потому что чуть-чуть. Хвостик можно чуть-чуть пододвинуть. Ну, в целом, вот. Так, сломаешь сейчас. В целом, вот такая вот замечательная птичка. Также написано ее название. И последняя птичка, самая маленькая из них, это колибри. Да, колибри. Кроме самой птички, здесь есть цветочек. Да. Девочки любят цветочки. Цветочки. Можно лепесточки открыть. И можно лепесточки собрать обратно. Уж наступила ночь. Колибри самая маленькая птичка. Питается нектаром цветов. Ну и все эти птицы, судя по их размеру, сделаны в масштабе 1:1. Вот как настоящие птицы. Такого они размера. Вот мы сделали обзор этого набора птички из Lego Ideas. Помогала мне его делать Алиса, моя дочка. Ну что, замечательные птички, мне они все понравились. А тебе какая птичка понравилась больше всех? Все. Все? Ну а больше всех какая? Вот такая. Такая и такая. А вы ставьте в комментариях, какая вам понравилась птичка. А мне понравилась... У меня голубая сойка понравилась. А мне такая. Потому что здесь цветочек, да, есть? Вот. На этом мы с вами прощаемся. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч. До свидания.